Ну, я думаю, что, наверное, и деньги-то утратят свое такое значение. Это уже будет некая другая модель общества, где деньги будут играть исключительно подчиненную роль. Некую такую единицу меры стоимости, там, ну, вот что-то в этом духе. Но пока деньги играют главную роль. Ну, они, конечно, уже не те деньги, потому что они уже утратили многие свои базовые функции. Мы по инерции говорим деньги, но классик марксизма называл 5 функций, и каждая из них очень серьезно сейчас деградировала. Функция меры стоимости, но мы не можем измерить даже, потому что каждый день покупательная способность денежной единицы меняется. Средства платежа, средства обмена, тоже эти функции очень плохо выполняются деньгами, не буду расшифровывать. И четвертая функция, которая мешает, кстати, выполнять первые 3 функции, это деньги как средство образования сокровищ. Деньги должны двигаться, это кровь в экономике. А деньги, которые превращаются в сокровища, они блокируют процессы метаболизма в экономике.